Новые дома, школа, театр и музей. Долгожданные перемены наконец-то пришли в центр Улан-Удэ. Что уже сделано, а что еще только в планах? Сегодня об этом поговорим с начальником управления комплексного развития территорий Заной Тумуровым. Зана Боярович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как изменится центр Улан-Удэ благодаря мастер-плану? Евгения, здравствуйте. Ну, вот, во-первых, в рамках мастер-плана развития города Улан-Удэ у нас изменится не только центральная часть. Мастер-план все-таки документ, который немного больше, то есть это идет речь о всей агломерации, поэтому там мероприятия касаются не только центральной части, но и вообще всей территории города Улан-Удэ. Это и чистый воздух, и преобразование инфраструктуры, социальной сферы, культуры. Но первыми шагами по реализации мастер-плана, конечно, у нас стал комплексное развитие территории центральной части города Улан-Удэ. Ну, прежде всего, да, начнут сносить старые дома, да, сколько планируется снести? В наши границы входит порядка 200 объектов капитального строительства. Из них порядка 96 многоквартирных домов, 60 индивидуальных жилых домов, порядка там 40 нежилых объектов, там два объекта незавершенного строительства. Скажите, а сколько уже жителей переселили вот из этих старых домов и куда, в какие микрорайоны? Мы начали переселять нижнюю часть, будем так говорить, это от улицы Банзарова до улицы Кузнечная, вот это Смолина, Свободы. Вот эта территория, она была первая подготовленная, там порядка 100 семей были переселены, наверное, большая часть переехала, наверное, в Октябрьский район, кто-то в центре остался, кто-то переехал в железнодорожный район. Ну, нельзя сказать так, что вот именно вот туда-то мы переселили. По всему городу. Потому что задача какая стояла? Чтобы мы с каждым из собственников отработали и предоставили им равнозначное жилье, то, которое их устраивает. А вот скажите, как происходит расселение? Вы предоставляете жилье или вы даете какие-то денежные компенсации? Жители многоквартирных домов, они вправе выбирать, то есть получить деньги, да, за свое имущество. Второй вариант – получение равнозначного жилья. И третий вариант – это улучшение жилищных условий. Это когда житель улучшает свои жилищные условия и доплачивает разницу между стоимостью своей квартиры и той, которую он захотел. Справедливости ради надо сказать, что в основном, ну, вот подавляющее большинство пользуется именно вторым вариантом. Это предоставление равнозначной квартиры. То есть вот мы собственникам подбираем такую квартиру, чтобы она была не меньше по количеству комнат, не меньше по жилой площади и не меньше по общей площади. Сколько человек уже расселили? На сегодняшний день порядка, наверное, 140 семей у нас вот переехало. Вот насколько я знаю, да, даже в нашу редакцию поступали жалобы, возникали вопросы по компенсациям. Сейчас удалось их решить? Ни с кем в суды не ушли, удается договориться со всеми. Безусловно, вот это же сложный вопрос, ну, переселение из квартиры – это очень, ну, достаточно ответственный момент, конечно, поэтому все подходят очень так серьезно. Каждый хочет подобрать себе квартиру хорошую, самую лучшую. Хотя бы не хуже, чем была, да? То, что она не хуже, это точно. Почему? Потому что у нас и решение о комплексном развитии было принято. Почему? Потому что большинство из этих домов не было благоустроенными, да? То есть находились в таком состоянии, что не отвечало современным требованиям. Поэтому мы переселяем. И мы обязательно смотрим нашим управлением, чтобы то жилье, которое предоставляется нашим жителям, оно соответствовало всем критериям, которые мы гарантировали. Ну вот действительно, да, во многих домах нет даже водоснабжения, канализации, да, сейчас этот вопрос наконец-то решается у нас. В 21 веке в центре города Улан-Удэ топили печки, ходили в туалет на улицу. Первый вопрос, который мы должны были решить, это обеспечение всех объектов, всей современной инженерной инфраструктуры. В администрации города была разработана проектная документация, заключен договор. То есть уже сейчас мы ежедневно, наверное, сталкиваемся с такими некоторыми проблемами, с тем, что вот дороги перекрываются в центральной части. Все потому, что строят вот эти сети, которые позволят подключить, и, как я сказал, вновь планируемые строящиеся объекты, так и существующую вот историческую часть города Улан-Удэ. А вот когда завершится строительство сетей? Сколько еще терпеть неудобства? Вообще,
проектом предусматривается строительство в течение 2 лет. То есть мы в этом году начали, нам еще предстоит 2025 год потерпеть, и после этого у нас появятся мощности, необходимые для реализации этого масштабнейшего проекта. Ну, ведь не все будет у нас сноситься в центре города, правильно? А памятники архитектуры должны остаться. Вот сколько их, да, и вообще что с ними будет? У нас прямо в договоре прописана обязанность застройщика, который заключил такой договор, их сохранить, привести их, приспособить под современное использование. Что это значит? Провести реставрацию. 13 объектов культурного наследия мы передадим в администрацию города, и там уже будем решать, как потом в дальнейшем использовать эти такие объекты. Какие варианты есть? Один из вариантов, который предлагался на то время, это такое, не знаю, посольство районов республики. Идея была у разработчиков какая, что у нас республика очень большая, красивая, и каждый район со своей культурой, со своим бытом, да, природными памятниками, уникален. Поэтому туристы, гости, да и жители вообще республики, не все были во всех районах. Поэтому, когда человек приезжает, он может зайти в это посольство, оценить и, возможно, сделать выбор, а куда же ему стоит, помимо Улан-Удэ, еще съездить. Это такое своеобразное ВДНХ, да, можно сказать. Ну да, да, наверное. Как вообще вот эти вот памятники, да, впишутся в общий облик вместе с новостройками? Наши доминанты, которые они у нас есть, до 16 этажей, они сосредоточены в верхней части. Это где улица Советская, улица Профсоюзная. Вот там у нас повыше этажность, ближе к улице Свободы. А уже ближе к улице Смолина и понижение туда до Дигитриевского собора, этажность будет понижаться. Малоэтажный, поэтому, да, будет? Поэтому тем самым, как сказать, мы вот современную застройку вписываем в эту историческую среду. Но перестраивать, получается, будут ведь не весь центр, да, а только какую-то часть. Вот какие улицы попали в мастер-план? От Смолина уже к Свободе, тем более, где центральный стадион, там вообще было русло реки. Поэтому там и таких большого количества объектов культурного наследия нету. У нас они концентрируются в основном по улице Смолина. Поэтому правая, значит, часть, если мы так будем сверху смотреть, да, это вот ограничивается улица Смолина. С верхней стороны мы доходим до улицы Профсоюзной, это там недалеко от форума, если вы знаете, да, там 60-я школа, где у нас он была, это вот верхняя граница. И практически до самой набережной. Ну, то есть у нас достаточно большая территория, 35 гектаров. Если в цифрах, да, сколько домов будет построено, сколько социальных объектов? Жилые дома в основном в этой застройке предусматриваются такого блочного типа. Они между собой соединены, поэтому если говорить по блокам, ну, сейчас количество блоков не скажу, поскольку это такие больше закрытые такие дворики, чтобы именно внутренняя часть, она, во-первых, была без автомобилей. И всегда, вот, наверное, жителям, те, которые там будут жить, хотелось бы, чтобы вот эта их придомовая территория, она все-таки была какая-то немножко приватная. В принципе, вот эта сетка улиц, которая у нас сейчас есть, вот Шмидта, там, Советская, Каландершвили, она вся сохраняется. И вот, наверное, каждый такой квартальчик, это вот как раз-таки вот будет жилым комплексом. За исключением той территории, которая у нас там, где будут размещаться детские садики, школа, которую мы уже начали строить, кванториум у нас там встроенный, пристроенный, и поликлиника. Дома будут построены по закрытому типу, то есть без парковок. А куда жильцам ставить свои автомобили? Не получится, что все дороги будут заставлены? Не совсем так. Мы по поводу парковок, наверное, первый вопрос, который у всех там возникает, а почему вы не сделали подземные паркинги? Ну, поскольку у нас центральная часть, она расположена в зоне 1% паводка. Подтопление, ну, то есть грунтовые, да. Грунтовые воды, они очень близки. В наших жилых домах размещать какие-то большие там подвальные помещения, обеспечивать их гидроизоляцией, наверное, не совсем целесообразно. Ну и это достаточно дорого. Затратно, да? Затратно, дорого. Поэтому было принято решение, что у нас парковочные места будут обеспечены строительством многоуровневых паркингов. У нас их там 3. Они будут у нас, если не ошибаюсь, в 5-этажном исполнении. У нас
Там первый паркинг будет размещаться улица Свободы, улица Советская, там, где сейчас вот объект незавершенного строительства, ближе к автовокзалу, за центральным стадионом. И еще один у нас паркинг, он будет располагаться на, ну, там, ближе к Смолино, Свердлово. Вот эти паркинги, да, они же, естественно, не бесплатные будут? Гостевые парковочные места, конечно, будут в уличной дорожной сети, придомовая территория какая-то, определенное количество. Но согласитесь, что вот центральная часть, да, всех обеспечить именно там, как сказать, чтобы каждому желающему, кто приехал в центр города, парковочными местами, тогда надо было что сделать? Сразу половину этой территории, как минимум, закатать в асфальт и сделать из нее большую парковку. Предусмотрели, как сказать, по нормативу минимальное, сколько необходимо, количество парковочных мест именно в границах. Помимо этого, мы сейчас очень активно прорабатываем, ну, транспортную модель. Мы предусматриваем размещение выделенных полос для общественного транспорта. И сейчас вот у нас как идея тоже и прорабатывается у нас в нашей транспортной стратегии возможность размещения двух перехватывающих паркингов, да, парковок, которые граничили бы рядом с центральной частью. Там можно было оставить машину свою, да, и, как сказать, на общественном транспорте какой-то короткий маршрут, который бы развозил бы, как сказать, вот, жителей. Потому что у нас как сейчас происходит, вы же видите, в центральной части вот, человек приехал на работу и на весь день оставил машину на площади Советов. Это же неудобно, потому что все города сталкиваются с такой проблемой, и они решаются именно в первую очередь за счет того, чтобы был доступный общественный транспорт, удобный. А вот скажите, вы примерно не подсчитывали, насколько увеличится количество жилых квадратов в центре? Вот будут снесены вот эти двухэтажные, да, домики? Подсчитываю. Конечно, подсчитываю. У нас порядка 30 тысяч квадратных метров именно вот, жилья сейчас находится там. И мы будем строить 197 тысяч квадратных метров нового жилья. Ну, понятно, что стоимость жилья в центре у нас резко возрастет, я так понимаю, да, в ближайшее время. Вот как вы думаете, сколько примерно будет стоить однокомнатная квартира? По информации вот наших застройщиков, мы к концу года планируем, наверное, получить уже разрешение на строительство и, соответственно, старт продаж. И уже к концу года можно будет понять, а за какие деньги, сколько будет стоить, вот, как вы задавали вопрос, однокомнатная квартира. А какие объекты уже начали строить? Именно в границах нашей территории мы начали строить школу. Вы видели на улице Банзарова. Уже на уровне, наверное, там, перекрытий между первым и вторым этажом начинается вот, уже работы ведутся. Это большая школа на 760 мест. В границах нашей территории театр «Байкал». И вот на острове мы начали строительство Национального музея. Ну вот интересно, как там продвигается процесс строительства, что уже сделано? По сути, на всех этих трех объектах проведены вот первые подготовительные работы и начата работа именно с устройства фундаментов. В целом, все ли идет по плану и какие проблемы возникают в ходе реконструкции? Планируем до конца года, как я сказал, начать уже строительство жилья. У нас все идет по плану. По поводу, какие сложности у нас возникают. Сложностей достаточно, конечно, много. Это связано и с тем, что у нас участников процесса достаточно большое количество. И требуется с каждым договориться, с каждым жителем города, не знаю, там, подобрать то жилье, которое именно им подошло бы. С дефицитом кадров столкнулись уже? Как я понимаю, нужно много рабочих рук. Хватает ли? Рабочих рук хватает. Поскольку у нас, ну, работы такие плановые, будем так говорить, что все застройщики, подрядчики, они достаточно опытные, поэтому, безусловно, есть потребность в инженерах, безусловно, это все есть, но, как сказать, такого прям дефицита, который сказался бы на качестве работы или там сроках, его нету. Бюджет вообще из чего складывается, из каких источников? Это вот в основном федеральные источники финансирования. По комплексному развитию территории центральной части у нас в прошлом году поступило 580 миллионов рублей. В этом году нам уже одобрено 650 миллионов рублей. На следующий год у нас уже одобрена сумма именно на переселение, это порядка еще 500 миллионов рублей. Когда вообще появятся первые очертания нового центра Улан-Удэ? Завершаются работы по именно архитектурному облику, как будет выглядеть наша центральная часть.
То есть я думаю, что там осталось совершенно немного замечаний, которые требуется исправить. И, наверное, мы постараемся в ближайшее время показать облик нашей центральной части, в целом, как он будет выглядеть. Сейчас происходит верстка именно всех проектов, какие будут фасады, как это будут выглядеть там главные улицы нашего. Мы в скором времени обещаем показать. А когда вообще ожидаете завершения глобальной стройки? По договору комплексное развитие центральной части должно быть завершено не позже, чем до 2033 года. 10 лет с момента... 10 лет. Ну, мы должны же понимать о том, что не все сразу. Мы сейчас только начали строить. За первый этап это у нас получается 6 лет. Мы должны все полностью всех расселить и завершить со всем благоустройством, совсем-совсем, не позже, чем 33-й год. Ждать, конечно, долго, но главное, что все сдвинулось с мертвой точки. Эффекты от этого проекта видны сейчас. То есть, условно, там 25-й год мы построим всю инженерную инфраструктуру, и те жители, которые сейчас уже там живут, они уже будут иметь возможность там присоединиться к этим сетям и улучшится вообще качество жизни. Ну что ж, будем надеяться, что все задуманное сбудется. Спасибо вам за интересную беседу. Да, мы будем прикладывать все силы и трудиться для того, чтобы это все реализовалось. Хорошо. Напомню, это была программа «Диалоги». До свидания.